Девочки, добрый день! Сегодня стартует у нас распродажа на определенные коллекции, на определенные изделия. Начнем с вот этой вот модели, с этого комплекта. Розовый кварц. Это ручная работа. Натуральный розовый кварц. Этот комплект не раскомплектовывается. 17,5 размер кольца. 9750 рублей. И скидочка, девочки, будет 30% с сегодняшнего дня, только на определенные изделия. Хорошо занижена игла, идеально сядут на мочку, видны вкрапления камня. 30% 9750 рублей. Сюда же затесался комплектик Литвы из коллекции Литва. Очень интересный комплект. Он называется «Клубок удачи». То есть это комплект со значением. Интересный дизайн. В серьгах игла занижена. Матовое серебро. Серьги весят 10,5 грамм. 5850 рублей. И скидка будет 30%. И колечко. Здесь такой перстень. Смотрите, какой широкий. Так, размер. 18,5 размер. 9150 рублей. Интересный дизайн. Клубок удачи. Следующий комплект. Здесь идет вставочка. Коралл. Черненое серебро. Кстати, с розовым кварцем также черненое серебро оксидированное. И в этом комплекте тоже. Посмотрите, какой комплектик. Интересный такой дизайн. 17 размер кольца. В серьгах хорошо занижена игла. Идеально сядут на мочку. Серьги весят 11 грамм. Это также из коллекции Литвы. Коралл здесь идет прессованный. 6400 рублей серьги и кольцо. Здесь такой перстень. Так, 17 размер, 4750 рублей. Оксидированное серебро, широкое. Интересные модельки. Следующий комплект один затесался. Кристаллом Сваровски. Кристалл Сваровски. Смотрите, какой интересный. Серьги весят 4,43 грамма. 2350 рублей серьги. И колечко 18 размер. 1450 рублей. Застежка полупетля. Эти комплекты, девочки, можно раскомплектовывать. Несколько комплектов попадают в нашу распродажу с султанитами. Так, султанит. Здесь султанит. На бирочке написано просто султанит. Но я думаю, что все-таки это синтетический султанит. Хотя не написано. И по ценам они, девочки, отличаются. 6050 рублей. Скидочка 30%. Весит 6,16 грамм. Игла практически не занижена. Буквально 1 миллиметр. И кольцо. Кольцо 18 размер. 4550 рублей. Шинка довольно-таки широкая, толстенькая, крепкая. Так. Серьги без кольца. Но к ним можно подобрать колечко. 9,4 грамма весят. 9250 рублей. Посмотрите, какие красивые серьги. Крупные. Султанит. И здесь тоже написано султанит. Не указано, что он синтетический. В других моделях указывается. Значит, настоящий султанит. Красивая модель, очень красивая. Но игла не занижена. Игла не занижена. Еще одни серьги.
тоже без кольца, такие прямоугольные, и игла занижена буквально на 2 миллиметра, но здесь, смотрите, завышена застежка, за счет этого они хорошо садятся. Красивые серьги, весят 7,2 грамма, 5850 рублей. Красивая модель, хорошая, очень стильненько смотрится. Два кольца, круглое и такое квадратненькое. Круглое колечко, 17,5 размер, 3450 рублей. Квадратное колечко, 18,5 размер, 3200 рублей. Красиво смотрится. Здесь, кстати, вот здесь вот написано, что султанит синтетический. И вот это колечко, допустим, можно подобрать к этим серьгам. Квадратненькое. Просто колечко будет поменьше, камень, а на серьгах покрупнее. Так, еще один комплект с султанитами. Здесь форма такая, капелька идет. Смотрите, хорошенькая, аккуратная капелька. И есть подвесочка. Серьги 4700 рублей. И тоже просто написано, что султанит. 18 размер 3400 рублей. И подвесочка 1850 рублей. На серьгах игла не занижена. Хорошенький комплектик. Так, еще один комплект литвы. Здесь серьги. Смотрите, какие серьги. Дерево и жемчужина. Жемчуг. Жемчуг натуральный идет. Это тоже литва. 5500 рублей. Игла занижена. Красивая модель. Очень красиво, стильненько так смотрится. И к этим серьгам есть вот такая вот брошь. Очень красивая, стильная брошь. 3850 рублей. И скидочка будет 30%. Очень красиво все это хозяйство смотрится. Красиво. По крайней мере, необычно, это точно. Еще такие серьги, слоники. Маленький, аккуратненький слоник. Игла не занижена. 2550 рублей. И скидка 30%. Весит 4,5 грамма. И еще есть вот такие вот лисички. Смотрите. Лисичка. Игла также не занижена. Цена 4300 рублей, весят 5,84 грамма, почти 6 грамм они весят. Глазки здесь идут гранаты.